Всем привет, меня зовут Виктор, и это Горизонт Zero Dawn. Продолжаем проходить. То есть Zero Dawn, они тут называют что-то новым рассветом, то ли какое-то оружие, то ли какую-то машину, непонятно. Вот, хотя Far Cry New Dawn, это тоже новый рассвет, поэтому не поймешь, в общем, этих нерусей, что у них Zero, что New. Все одинаково, да? Не поймешь. Ну, в принципе, нам-то их и понимать не надо. Чё я собирался? Вот сюда, что ли, я собирался сегодня сходить? Или чё я собирался сегодня поделать? Так, вот здесь есть цветы еще, да? Я еще цветы не все собрал. Так, здесь я... Здесь цветов нету. Так, зарубки, смотреть, лагерь бандосов, костерок, так, так, мне, по-моему, еще два топливных элемента надо найти, чтобы попасть в бункер и чтобы броней завладеть, да? Блин, а тут пернатые, и тут цветов куча, да? Конвой с корабов. Ну тут прям вот цветов, прям вот куча лежит, надо пробежаться, поэтому пробежаться попробовать там, да? Здесь. Ну давай, блин. Давай попробуем. Посмотрим, что у нас из этого выйдет, что у нас из этого получится. Цветки собрать. Не хочется просто сейчас вот именно сюжетку пробежать. Не хочется пробежать именно просто сюжетку и все, потому что, ну, редко попадаются кайфовые игрушки. Действительно кайфовые, по-настоящему кайфовые. Поэтому хочется поиграть. Ну, покайфовать. Соответственно, и покайфовать. Так, ты мне показываешь, что где-то здесь есть дорога, да? Так, я хочу все-таки, знаете, что дособирать до проверить, четвертое, возможно ли здесь плюсик сейчас или нет. Сейчас вот мы вот эти полезные травки пособираем. Полезные травки пособираем. Так, там уже у нас кто-то за нами палит уже. Или это конвой скарбов? Или это конвой скарбов, вот именно тот, который на карте отмечен. Ну давай, еще чуть-чуть осталось. И еще одну травку, да? Вот тебя, да? По-моему, все. По-моему, все. 4 это максимум. 3 пока что. 3 это максимум, да? А все, пишет, не может. Не может писать. Так, тут. То есть не может поднять. Так. Ну да, вот конвой скарабов. Блин, это что такое? Это что там настолько мощное сотрясает? Просто прям даже интересно. Что-то может настолько мощное быть и сотрясать так.
очередь там сумасшедшие носятся. А что это такое? Камень. Не, ну мы, конечно, можем добраться до указанного Салином места. Капец, это... А чё за сотри... За сотри... Стрясение такое-то там непонятное. Так, против этих нужен огонь. Так, чё мы тут можем уже проследить или нет? Можем ли мы уже проследить цветок, где находится? Что-то мне прям... К птичкам-то вообще неохота соваться. Ну, в принципе, если две, то я с двумя справлюсь еще. С двумя-то я еще справлюсь. Тем более, я хпшек вон на фулку вот запасся. Запас хп на фул. Только там... Только там их, по-моему, больше, чем две, да? Раз. А самое-то фиговое, что... Непонятно, где цветок. Непонятно, где цветок. Кролики. О, так тут еще какая-то. А, это тоже коршун, да? Не, ну он мне типа показывает, что где-то здесь четвертый коршун, да? И... А здесь бизоны. Ладно, бизоны, они не такие опасные. Стой, подожди, ну ты же где-то... Где-то ж цветок должен быть. Где-то вот здесь. Так. Куда эти? Блин, у меня визор его не просвечивает. Вон там что такое? А, вон, все. Я его засек, вон он. Капец. Но... Неохота просто с ними сейчас драться, блин, вообще неохота. Просто жесть, как неохота с ними драться, поэтому давай-ка мы попробуем. Попробуем вот так. У них визоров у них нету. А вот запалил, сука. Так, хватаем цветок и сваливаем. Валим его отсюда, валим. Элла, я говорю, мы валим отсюда, а не легким прогулочным шагом идем. Карбы. Так, мы сбежали, чё? Сбежали, да? Там один какой-то еще полудурочный остался за нами там.
Все, ладно. Все. Цветок мы уперли. Уперли. Это приятно, конечно. Тут еще конвой скарбов. Да что у вас тут, ёптать, прорвало? А, или это все те же, что ли, херачат скарабы? Все те же херачат. Так. Теперь нам надо... Это какого? 23-го. Тебя можно зачистить. А здесь котел еще один, да? Так, что ж, тогда мы... Тогда нам надо вот это. И вот сюда. Нам же надо собрать 30 цветков. Тогда мы получим... Три каких-то ящика с тремя какими-то крутыми типа компонентами. Типа с тремя крутыми компонентами. Так, давай-ка мы теперь снова. Так, стой. Карта нам сюда. Вон туда. Ну, раз пригодится, значит подберем. Ловчий. И ты ловчий, да? Так, я что-то малость, подожди, подзабыл про дамаг. Стой. 105 этот колет. И... Ёб твою ж дивизию, даже не попал. Жестко. Все израсходовал на ловчего. Охренеть, все просто израсходовал.
Возьми дорогу. Жесткие ловчие. Вроде уровень невысокий, да? Ну тут. Тут правильную тактику боя только надо. В рукопашной что-то Элой вообще прям не так никакая. Как-то мне вот эта вот рукопашка мне. У нее совсем не нравится, слабоватая. Либо я такой криворук, что рукопашка у меня не идет. Ну, хотя тут для рукопашной-то и нету никаких комбо, ничего там такого нету. Ты, типа ударил, отскочил, вот она вся рукопашка там, либо перекат. Перекат, атака, отскок. Я это не унесу. Не унесешь, подожди, а если ты не унесешь, может мы можем там что-нибудь это, типа зелья какие-нибудь, вот эти вот изготовить. Жирное мясо нужно. Ловушки. Защитные зелья. Ну, давай, чё я? Хуй, я их собираю, эти всякие корни печёночные. А зелье-то совсем не использую. Да? Нахера тогда спрашиваться собираешь, если не используешь? Давай ловушку сделаем на фулку. Чтоб типа у меня все было на фулку. Так, это камень, просто это противоядие, электричество, огонь, холод, здоровье. А это что за зелье такое? Стрелочка вверх, это что за зелье-то? Что-то повышающее какое-то зелье, что ли, или что? А, укрепляющее зелье. Увеличивает запас здоровья на 150 единиц. Сверх максимума. А, вот оно что, Михалыч. Вот оно что. Это хорошо. Плюс 150 хп дает. Так, где-то мы костер нашли тут. Нашли костер, это значит, надо сохраниться. Так, что у нас тут? Кто в воде плавает? Аллигаторов нету? Или как их тут называют? Щелкозубы. Зубов нету, нету. А тут зато пилозуб есть. Зато есть пилозуб. А пилозуб, он же, по-моему, с сенсором, да, ходит. Он нас и может. Он нас и так может засечь. Огонь. А сколько у вас там? Нужно только подобраться к нему поближе. А, да.
Ну и нахер он нам нужен, прирученный пилозуб? Чё я буду с ним делать? Кататься на них я не люблю. Приручать. Просто получить дополнительные очки ХП. Ой, ХП, X-поинты получить. Ну, как бы... Вон он, цветок. Меня это не особо впечатляет. Так, а что тут? Что тут свистит? Все-таки придется там. Все-таки придется там. Угу. Ой, ёпта, прям сердечко здесь такое. Ёпта мать, я только 16. Я только половину собрал. Только собрал половину. О, так тут охотник какой-то есть. И костер, да? Охотник и костер. Что нам в первую очередь? Зараженную зону очистим или... Да, в принципе, раз сюда, потом сюда. Не, вот сюда, значит, пойдем. Угу. Так, охотник. Давай тогда мы... Стоп, а до костра сколько? Что сюда, да? Так, охотник. А чё мы у тебя... Охотник, у тебя что мы можем? Надо ли нам что-то покупать? Слышь, барыга, ты повыше не мог никуда там забраться? А, так ты здесь он стоишь. Стоишь просто здесь, да? Так, гремучник. Карха тьмы, а что ты делаешь, ты гремучник? Самострел выпускает несколько снарядов, летящих на наибольшее расстояние. Он фиг им, тех тучка, да, важнее не точность, а число попаданий. Может быть модифицирован. Но у него такие дамаги прям слабенькие вообще. Такие прям слабенькие дамаги. Так, проша. А вот проша, она прям ништяковая штука, да? Карха тьмы, она такими бомбами может стрелять, а это... Ну, она как бы самая дорогая, вроде и... По сути. А, вот, смотри, мне вот этот высокоточный лук карха тьмы. Высокоточный лук карха тьмы, то есть у него... Вот, тебя я как раз и куплю, да? Так, охотничий лук карха тьмы. Этот у меня есть. Угу. А вот высокоточного нету. И копировать тебя. Мне тебя надо вот. Вот сюда тебя и копировать. Взрыв проша. Проша карха тьмы. Что мне нужно? Кристальная плетка. Она бомбы такие кидает. Там тык-тык-тык. А это... Не, ну вот это-то, по-моему, поприкольней, да, штука. Тут дамаг у нее вон. И 1000. Ёб твою ж, я сейчас на нее все потрачу, что только можно. Я ж на нее все потрачу, что только можно. Не, ну, потрачу. Так, а у меня боезапасы. Их надо будет еще делать, да? Да похеру, давай потратим, что нам? Экипируем. Место чего? Место канатомет. Я, собственно говоря, так и не понял применение этого канатомета. Мета. Канатомета применение, собственно говоря, так и не понял. Поэтому мы его и... Модификации. Не, мы сейчас сперва... Сперва давай... Замодифицируем. Что мы можем замодифицировать? Так.
Блять, я сперва вот тебя хочу замодифицировать. Сюда вот. Так, ты спираль урона. И ты у нас... Хорошо, да, спираль урона? Угу. Повреждение брони. Окей. Теперь повреждение брони возьмем. И прям с тебя броня будет повреждаться прям как это, да? Теперь тебя. Модификации для тебя нету, да? То есть я тебя, блин, купил, а модифицировать не могу. Ну вот смотри, вот 76, а здесь было 78. Ну там какие-то... Зато броню я с тобой ломать могу. Так, а тут карха тьмы. 105 была броня, 96. Что-то я не понял, конечно, что за херня. Ну ладно. Ты можешь огнем, а ты можешь еще и разбирать их на запчасти. Так, вот эти две синьки надо продать. Так, ну-ка. Чего не хватает? Херни какой-то не хватает. Так. Так, теперь надо лишнее продать. Продать оружие. Так. А, связать машину? Ну, может, когда-нибудь ты мне еще и пригодишься, пока я не буду тебя продавать тогда. Так, я вообще куда иду? Куда идет Элой? Элой идет в зараженную зону. Блин. Сука, сейчас еще пойми. Так, стой. Вот эти, которые солнце, самый большой такой урон она наносит. Этот мягче. Солнцем. Типа я буду называть тебя солнце. Вот эта вот штука, да? Так, ну мне... А, ну то есть тут еще надо это, да? Прицелиться, типа. Понятно, на сильно большое расстояние не получится. Птичку тоже хер собьешь. Ну, это если чисто повезет, прям там жестко повезет, то мы тогда, конечно, можем птичку. А это, в принципе, наверное, не для разовой цели, а для... в толпу, например, закинуть, если... то, наверное, все будет прям хорошо. Так, здесь костер где-то недалеко, надо в обход пробежаться. Вон, я вижу его уже. Делаю запасы. Молодец.
Так, стой, я пока драться не хочу. Я пока не хочу драться. А чё, всё у меня на фул сохранение, да? Ну давай тогда сначала начнем. Так, ладно, нам сперва надо лук, лук. Так, а что делаешь ты? Ты их на запчасти разбираешь? Пока что прорываемся, пока что... Не, ну так-то нормально, мы сейчас парой фиольных оружек. Вот теперь я точно проснулась. Пара фиольных пушек запаслись. Все бабло, конечно, потратили. Потратили все бабло, зато обзавелись оружием. Теперь нам надо оружие проверить в действии. Посмотреть, как и что оно будет. Я приближаюсь к источнику сигнала. Ну. Я попозже запрыгну на спину длинношея. После того, как очищу. Так, давай мы тогда через кострище попробуем. Да уж. Через кострище мне придется порамсить, чтобы забежать. Блин, как они меня там выслеживают, эти твари. Потом сделаю отвар. Угу. Так, ну все, я к зараженной зоне подхожу. В принципе, до костра-то тут недалеко. Давай посмотрим, сможем ли мы до костра прорваться. А заодно пока ХП подзарядим. Восполним. Я найду тебе применение. Все. Так, зона обитания машин. Ёб твою ж дивизию, ты опять не в ту сторону. Так. Что-то мне подсказывает прям.
Все, костер на горизонте вырисовался, это хорошо. Блять, меня кто-то спалил. Вали отсюда. Вали, если жить хочешь. Уже я какую попытку предпринимаю до костра добраться. Надо как-то забраться на голову длинношеи. Нет, Элой, нам сперва нужно найти костер. Все, нашли костер. Теперь мы в зараженную зону бежим. Это что, этот что ли? Ловчий? Блин, я хочу... Прошу опробовать. Ну тут, блин. Капец. Ну здесь на далекое расстояние нет, не получится. Даже через реку не получится. Так, ладно, я хочу вот этот вот попробовать. Бляха, куда ты? Внимание. Подожди, а что ты делаешь-то вообще? Стрела. Непонятно. Непонятно. Я думал, она сейчас с этими. Типа, еще один сигнал. Если с болтиков я ее сейчас размотаю там на составляющие там. А там оказывается хер. В общем, как бы помягче-то так выразиться-то. Непонятно. Непонятно. Thank you.
Так, а если мы огоньком попробуем? Не-не, не копьем. Я говорю, огоньком, Элла. Падла, подкрался там. А ты-то еще кто такой? Откуда взялся? Ага. Блин, ни разу не попал. Со всех сторон окружили твари. Еще и про... Так, с тобой покончено, индюк дырявый. Так, а ты там кто бегаешь? Ты тут кто бегаешь? А? Мудень. Вы как-то перебрались, да? Ладно. Минус один это уже проще. Минус один это уже проще. Только где еще два? Где еще два прячется?
А, там же не два, там же один остался. Я же того прикончил. Я же того прикончил. Ну, давай. Фу. Все. Все. Я же того, этого убил. Забыл совсем. Он там контуженный лежал, и я его там убил. Блин, это учесть, что я 28 уровня против 23 уровня сражался. Так. Светящаяся оплетка. Блин, а чё здесь это? Лечилок нету, что ли? Прям как-то это... Грустно? Печально? Прям печально? Что я могу сказать? Так, теперь нам надо длина шеи, да, захватить. Визор поймал еще один сигнал. Сигнал? Да быть не может, Элла. Быть не может, чтобы визор поймал еще. Вон ты, башка длинная, ходишь. Вот эта длина шеи, от которого исходит сигнал. Охереть, а что у меня? Что у меня с FPS-то, блин? 30 FPS показывает, охереть. Это здесь что, прям такая это? Графоний такой, что ли, тут прям? Просто охерен, охереть, блин. Мне надо залезть на голову длинной шеи. А то я не в курсе, ёптать. Ты бы сперва на какую-нибудь скалу бы залезла, а потом бы уже на голову бы пыталась. Ты ж не хочешь. Так, я... Thank you.
Фига у вас сколько там. Сволочи-то прям какие. Блин, нихера вас там сколько. Надо как-то поаккуратнее, я да? Я поймала еще один сигнал. Давай мы тогда не будем хитрить. Сигнал идет откуда-то отсюда. Как же ты мало-то наносишь дамага совсем. Пиндец вообще какой-то прям. Прям как вот эта вот штука. Надо добраться до головы длинношеи. Стой ты спокойно. Все равно сдохнешь. Джузеппе. А, подожди, это же этот. Во. Вот этот молодчик. Вот этот молодчик, да? Не стал в ее. Постоял. Спокойно. Подождал. Не, ну вот здесь-то что ты не можешь залезть-то, блядь? А? Элла, Алла. Дуся ты, блин. Так, здесь еще есть обитатель. Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Получится. Давай только дождемся, когда он подойдет сюда. И постараемся не сдохнуть. Так, стой, мне надо собрать компоненты с убитых. Я их что, зря на них стрелы, что ли, тратил свои?
Линзы рыскаря. Блин, как тебя поднять-то? Что ты? За что ты отвечаешь-то? Вот что это такое? 13,96. Ну это броню, значит, ломает, да? Это просто против бронированных надо. Дамаг она наносит слабый, но просто против бронированных машин использовать. Ну где ты там, тихоход наш? Блин, на шее, блин. Ё-моё. Какой же ты. Сейчас главное не промахнуться, да? Потому что она-то может и промахнуться. Я? Не, я-то промахнуться не могу. А вот Эллочка промахнуться может. Что-то они все длинношеи какие-то разные. Мы это сделали. Ох ты. Просто как он вот так много видит? Он ходит вот по такому радиусу маленькому. Ну, кругу. Диаметру, блядь, да. А сразу открывает вот столько. Как он столько много видит-то, блин? Ну вот, если я стою на верхушке башки, вот. Смогу ли я это увидеть? То есть вот, я и стою здесь, нахожусь. Да хер его знает, да, то есть... Да черт его знает. Что у него за зрение-то такое-то? Ну ладно, что я? Это уже мелочи. Нам сейчас надо где-то в более-менее безопасной зоне спуститься, чтобы не. Ага, вон кострище. Так, это кто? Бегуны. Хер с ними. Что произошло? Это что было такое? Подожди, он какой-то сигнал испустил. И все эти померли, что ли? Нихера себе. У меня уже много вещей. Вот это да.
То есть, подожди, если что, с длинношея слезть. Там, где есть вот эти вот животины. Подожди, в каком радиусе он их убил? Просто вот как бы даже интересно малость. В каком он их радиусе-то убил? Так, а что там на той горе? Ну, птицы летают. Птицы летают. А у тех, смотри. А тех он не до конца, да, добил? То есть он тоже их снес, он там. Просто они пилозубы. И он их не до конца завалил. Но завалил. Прикольно. Какое-то новое открытие, да, сделали? Какое-то новое открытие. А, подожди, что, мне за... То есть мне за цветком надо вот туда наверх лезть теперь? А, ну, где лезть, я уже вижу. Птиц он не убивает. Не балуйся, давай. Ты тут не шали, давай. Слышь, кукуха, наверх прыгай. Вот сюда. Вон потом туда. Теперь сюда. Теперь сюда. Тихо, 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 тихо. Тихо-тихо, птичка. Так. А, там есть потом трос. Там, короче, потом трос. Так, мы сейчас постараемся максимально долго... Без паники, чтобы они нас... Да? Оп. Так, ладно. А, там еще и костер, да, наверху? Все, они меня уже спалили. Так, а раз они меня спалили... Так, стой. Где канат? Блин, где же... Где это был канат? Канат, по-моему, вон там, да? Здесь? Да ёб твою ж. Не, я не так хотел спрыгнуть. Я хотел Е нажать. Я хотел нажать Е. А вот он, где канат был. Так, а этот выжил. Смотри, дуголоб выжил. Либо он уже отрегенился просто. Блин, мне надо эти линзы рыскаря. Так, ладно, на сегодня тогда все. На этом предлагаю закончить. Увлекательные приключения Элой и изведывания мира. Этого мира мы продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал.
пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.